Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. Очень часто, когда я приезжаю к дочке в Киев, она специально к моему приезду покупает вот такую штуку. Называется это паста из паприки. Она знает, что я очень люблю. Но в какой-то момент я подумал, а что, я сам не могу это сделать, что ли? Я внимательно изучил этикетку, пораскинул мозгами, покумекал и сделал. И вот сегодня вам показал примерный рецепт в описании к этому видео. Там есть место и для экспериментов, и для опытов. Пробуйте. Вот то, что не влезло в банки, по вкусу абсолютно такой же, как и у покупной, и по консистенции приблизительно такой же. На мой взгляд, это очень вкусно. Повторюсь, пробуйте. Ведь сейчас как раз самое время для подобных заготовок. Это время, сезон вот именно этих овощей. И очень скоро наступит время, которое серьезно всех нас спросит. А что ты сделал для того, чтобы ненастный зимний вечер стал уютным? Смачного!